4 октября в Ульяновском драматическом театре началась работа над новой постановкой. Спектакль «Таня» по одноименной пьесе Алексея Арбузова. Режиссер Ирина Дремова, художник-сценограф Таисия Юдина. Для меня там очень много важных тем, которые, мне кажется, сейчас перекликаются со временем, потому что время ускорилось, и я поняла, что как раз про это и надо ставить. Про то, что его как будто бы замедлять, почему-то мы стали торопиться жить, торопиться любить, куда-то торопиться. Вот, а хочется какой-то трогательности, нежности, человечности. И вот поэтому, собственно, я вернулась к Арбузову. У меня есть трепет к автору, потому что я прочитала мемуары, я с ним познакомилась, я поняла, про что он. Мне кажется, что он был бы рад, что к нему сейчас возвращаются, в нем нуждаются. Это говорит лишний раз про то, что он вечно актуален. Он берет ее на руки, уже пополнится. Она целует его глаза, лоб, виски, оба как хочет. Вот тебе, в такой день я опоздала. Ведь завтра, ты помнишь? Да, 15-е. Год назад в этот день мы познакомились. Вообще, время действия в пьесе – это 30-е годы. И мы как-то так мы сформулировали задачу, что нам хотелось не потерять образ этого времени какой-то, чтобы включить в спектакль, в сценографию, в костюмы именно воздух, характер этих 30-х годов, но при этом быть созвучными сегодняшнему дню, чтобы совсем не уйти в историю и сохранить какой-то современный контекст. Изначально пространство довольно сжатое, оно более замкнутое, и постепенно, по мере развития драматургии и всей истории, пространство развивается, расширяется, и как бы очень, как можно сказать, как отдельный персонаж тоже живет свою жизнь. Премьера состоится 24 ноября. Билеты уже в продаже.